открытом конкурсе «Помнит сердце, не забудет никогда» приняли участие более 150 человек, 27 из которых стали лауреатами. Конкурс посвящен 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Дети выступают в 5 номинациях. Они рассказывают стихи о войне, поют, рисуют и снимают ролики. Также предусмотрена свободная номинация. Мы являемся внуками и детьми тех, кто нам сделал этот замечательный праздник, праздник Дня без войны. И очень приятно, что такие маленькие крохи с ответственностью, с чувством, с таким пониманием момента очень ответственно и правильно подошли. И спасибо им, родителям, и их руководителям. В этом году конкурс проходит впервые. Его организатором стала загородная школа номер 360. А подарки предоставили спонсоры – акваклуб «Акапулько», интерактивный парк «Крутопарк» и развлекательный комплекс «Окская жемчужина». Уже сейчас школа открыла набор на следующий учебный год. Мы небольшая школа, у нас всего 30 мест в первый класс, это два класса по 15 человек. Уже часть ребят записались, но еще есть места, и поэтому мы ведем еще набор. Он ограниченный, и, естественно, не все смогут попасть. Школа 360 является особенной. Например, дети здесь проводят целый день. Это дает возможность глубже погрузиться в изучаемые предметы, понять их, переосмыслить, отработать вместе с учителями. А теплая атмосфера на занятиях позволяет педагогам по-настоящему заинтересовать своих учеников. В школе нет оценок, нет домашнего задания скучного, нет скучных уроков. Как я уже сказал, класс ограничен 15 ребятами, потому что учитель может заниматься не более чем с 15 ребятами, грамотно, четко и хорошо, полностью доходя до каждого, доводя информацию до каждого. Стоит отметить, что школа активно строится. Уже год действует первый корпус. Здесь проходят занятия для детей младших классов, а также кружки и секции, которые работают на базе школы 360. Сейчас мы заканчиваем основное здание. Основное здание школы – большой, просторной, красивой школы, современной. Современно оборудовано, современно рассчитаны все места для отдыха и развлечений ребят. Классы просторные, светлые, хорошие. 19 мая в основном корпусе пройдет день открытых дверей, на котором родители и будущие ученики смогут задать все интересующие их вопросы, а также записаться в первые классы. Напомним, количество мест ограничено. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».